Доброго понедельника, я снова на нашем любимом месте. На улицу вынесли целое большое вешало с зимней осенней одеждой. Так, вот эта вещь сразу привлекла мое внимание. В красивом таком горчичном цвете. Фурнитурка. И этот жилет, он абсолютно новый. И 100% шелка. И, конечно же, я его покупаю. Я его сейчас отвешу в сторонку. Сейчас покажу, что здесь есть. Классные, теплые. Ну, мы называем их лыжные штаны. Такие вот зимние штаны. Разных расцветок. Розовые. В спортивном стиле вот такие вот куртки. В хорошем состоянии. Сейчас давайте посмотрим на цены. Вот это вот 10 евро. Люблю, когда вот такой вот так отделан рукав. Это от Бетти Барклай. Это не пух, не запончик. Следующая куртка 25 евро. Тоже вот такая спортивная стиль. Это не продувайки, не промокайки. Так, здесь что-то 12 евро. Юпитер. Вот такая вот женская стеганая. Вот такое вот пальто. Красивый цвет очень этого пальто, но оно явно синтетическое. А не буду лезть, синтетическое, но. Вот такая вот куртка, 20 евро. Очень мне понравилось вот это вот барсистое пальто. Просто обалденно. У него самый простой крой. Оно прямо у вас силуэта. Цена 15 евро. И здесь классный состав. Здесь полиэстер, ангора и ацетат. 20% ангоры. И, конечно, выглядит оно просто бомбезно. Очень жаль, что маленький размер. Мне очень нравится это пальто. Искусственная шубка укороченная. Вот такая вот куртка. Очень тонкая. Это не пух, это синтепон. 6 евро. Это все обычное. А ну глянем на вот это. Очень классная ткань. Так. Шерсть и ангора. На ощупь это понятно. Слышно. Бирка с составом срезана. Ну, шерсть и ангора. Очень мягкая, классная. Размера тоже нет. И цена 15 евро. Очень много спортивных курток от Джессики, вот такая вот стёганая. Яркая такая лыжная куртка. Ну, в общем, идемте вовнутрь. Что еще интересного, девочки, мальчики? Вот такой вот джемпер. Не вижу, не могу прочитать, что за бренд. Вот такой вот он красивый, воздушный. Состояние у него нового. Вообще нет никаких следов носки. И состав. Это Италия. В составе. 50% мохера, 20% шерсти, 15% шелка и 10% нейлона. Вот такой вот красотенный свитер. Я его, конечно, куплю. Сегодня понедельник, у меня очень удачный день в плане покупок. Так, сразу покажу вот такие вот шерстяные тапки. Они абсолютно новые, в размере 40. В такой обуви можно ходить даже не дома. Классная
абсолютно новые, конечно же, я их тоже покупаю. Следующий красавчик, он такой мощный, при этом он мягкий, очень добротно сделанный, красивая кабельная вязка, цвет Тиффани. И этот джемпер из 100% шерсти. И, конечно же, я его покупаю, как вы поняли. Буду смотреть на дефекты. Еще на дефекты ничего не рассматривала. Следующий кардиган. Кардиган этот заношенный, поэтому я его покупать не буду, но покажу вам, какой он классный. Какой классный состав у него. Он очень заношенный, весь в катышках. И здесь 68% шерсти, 23% кашемира и всего лишь 3% полиамида. Но его очень сильно любили. Кардиган, конечно, очень красивый. Был когда-то. Так, примеряю обычный черный жилет. Он иногда очень даже нужен, поэтому этот жилет я себе возьму. Оценили его в 5 евро. Примеряю вот такую кофточку. Здесь летучая мышь. Край рукава. Она укороченная. Как будто слегка увеличенный вырез горловины. Смотрится она неплохо, и черный цвет я очень люблю, но какая-то она некомфортная. Ты не понимаешь, что с ней будет, когда ты, допустим, поднимешь руку. В общем, как-то так. Вот такая вот кофточка. А вот это платье, сарафан. Нашла тоже вам показать в 38 размере. Он темно-синий. С накладными карманами, похож на вот такую валяную шерсть, и 70% шерсти. Вот такой. Вот такой вот винтажный джемпер с очень красивым принтом. Здесь 50% шерсти, 50% акрила. Нужно почистить, но в общем он в очень неплохом состоянии. Кто-нибудь подскажет мне, что это за обувь? Это шерстяное утепление. Сделали они в Италии. Вот такая вот интересная здесь застежка. Нашла что-то в обувь. Это ортопедическая обувь. И она очень-очень дорогая. Шнурочек здесь застегивается, закручивается вот таким вот механизмом. Подтягивается пятка. В общем, это ортопедическая обувь. Так, дорогие мои, на этом шикарном буфете старинном я заканчиваю сегодняшнее видео. Я очень довольна понедельником. Пришлось даже делать видео отдельно, а не собирать целую неделю по кусочкам. Ну, в общем, не уходите, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И надеюсь, что до конца недели соберется еще что-то интересненькое. Всем пока!